Агроном Людмила Николаевна Шубина, ура! Мы вас так Доброе ждем утро, да, всегда. снова вы Доброе у нас, утро! Все да. самое свежее, все самое натуральное, вот как раз из уст этого человека мы всегда получаем. Уже который раз она у нас в гостях. И сегодня говорим о заготовках на зиму, такая уж тема, потому что осень и пора, в общем-то, об этом поговорить. Вы знаете, благодаря опросу в нашей группе Радио 54 ВКонтакте мы узнали, что 42% наших слушателей делают все. От малинового варенья до лечо восьмиуровневой сложности. Что делаете вы в первую очередь на зиму? Какие заготовки? А раньше, если немножечко, так лет 20 откинуть назад, я делала тоже абсолютно все. У меня немножко было больше времени свободного. Ну и варенье, соленье, и тем более большая семья. У меня все-таки трое детей. Но сейчас дети выросли, появились там внуки. Внуки кушают в основном только то, что продают в магазине. Иногда, Конфетки, да, печеньки. конфетки, печенье какие-то там еще непонятные. И я очень-очень переживаю о том, что они не употребляют так много Время. натуральной еды, но вот я все-таки приверженец сохранения максимального полезного вещества в продукте, поэтому последнее время, имея хорошее здоровье, я все-таки предпочтение отдаю замороженным ягодам, замороженным овощам. Это капуста цветная, капуста брокколи, малина, жимолость и прочее-прочее. Но однако все равно немножко вкусного варенья хочется сделать, и его не так много у меня, но в основном это вкусненькая жимолость, варенье из жимолости. Это, конечно, земляника, обязательно 2-3 баночки. И я очень люблю варенье из полевой клубники. Это, я считаю, что это шедевр, это варенье из вареньев. Все-таки, чтобы... А грибочки как же? Ну, грибочки это само по себе. Грибочки всегда, если они есть под рукой, обязательно делаю посол. Вот настоящий посол, без всякого там отваривания, сырой посол, если Грузди. сырые грузди, да. Ну, естественно, белые мариную. Но это уже деликатес, который выставляется только на праздники в основном. Тебе не достанется На Новый год, любителям да. грибов. Да, огурцы это повседневные, да, картошечки отварной, там это, как сказать, всегда делается.